Это еще один куст, который сформирован по типу спирального кордона АЗОС. В данном случае мы видим, что одно плечо было сформировано, и видны 3-4 оборота, которые сделаны, сделаны лозой для того, чтобы зафиксировать ее. А в этом случае рукав еще не был сформирован, поэтому придется его формировать сейчас. Вот у нас получилось плечо, и это плечо надо будет обернуть вокруг проволоки 2-3-4 оборота, и таким образом она зафиксируется, это плечо, всего лишь вот здесь в конце одной подвязкой. Чем хороша эта формировка? Она имеет широкое распространение в Краснодарском крае при возделывании как технических, так и столовых сортов. Она позволяет экономить рабочее время. Она удобна в обслуживании, довольно-таки продуктивна. Побеги свободно свисают, не требуется зеленая подвязка. И очень проста формирование и обрезки. Вот таким образом мы получаем уже сформированное плечо с обрезкой на 2-3 глазка и молодое плечо, которое мы тоже сформировали и зафиксировали в виде вот такой вот спирали вокруг несущей проволоки. Все, таким образом куст сформирован.